будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей Фондри. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой Паш, тут? Слева, народ. Ага. Пробеги его, не будет бегать. Нет, если он не сагрит, он не будет в комнате. Танк, ну у тебя еще есть возможность сделать кофе, пока мы его разобьем. Да я, блядь, я в магазине был, когда вы мне писали. Я вообще там зашел, орал во всю губу. То же самое, так, я тебе написал. Банка, ты меня услышал, когда я тебе кричал, нет? Меня не было слева дома, ловушка. Я в магазине был, блядь. А, понял. Ладно, ты кричали... Мы кричали коту, я понял. Я к нему ворвался, орал там Лёву, в какой сарай водку сгрузили. В какой, в меня? Разверните моба позже. Он встанет просто стоит. Можно макроса потыкать? Я не знаю, потыкай его. Ведь ему Джейна нужно. Он бурл пишет, блядь, питай сюда хуй народу, можно будет спиздить? Мурлок, в онлайне 46, какой не может быть 30-70? 47 человек, по-моему, был. Там 50. Очнись. Бля, как Мурлок стух. Ваш путь закончится, так и не начавшись. Никто не смеет. Ой, там Финмас есть. Там вижу, что в танках. Так, я пока в салоке так посыпаться. Паш, есть минута отойти? Паш. Нету. Чего с спектром? А, ну вот смотри, вар у меня изначально как ДД, главный спек, а танка я собрал из-за того, что там танчить не умели люди, ну то есть поэтому у меня бисы, больше танчу большую часть времени. А на друиде сова главный спек, а мишка тоже, потому что ну надо было танчить, грубо говоря, то есть это тоже первый спек сова, а первый. Второй уже мишка. Тут тоже не умею.
Не, я-то, видишь, в чем разница. Есть люди, которые не хотят танчить, а я как бы, ну, за здрасте, то есть я люблю потанчить, мне нравится. Смотри, весь вопрос в том, что вот main spec, off spec, я прописываю это один раз, да, как бы. Да, это я знаю. Приоритет при всем роли идет как бы, ну, main spec по ИПГП. Здравствуйте. То есть, Ин, привет, Паша. И на него идет полная цена. Так, ага, полная цена. А на этот 50%. Ну, я там прочитал на ИПГП. Да, на успех 50%. То есть, как бы, я тебе могу переписать, если хочешь. Могу тебя армса мейном поставить. Да, ты напиши, потому что, ну, он как бы изначально мейн, у меня там ШМ есть. Извини, что ржу. Консерва сидит. У меня тут просто варм тоже с шеймом мейна. Я на твинке ему... Топ-контент на твинке, блять. У тебя твинк так-то 105.2. Ну, блядь, что поделать, он рос. Я бы это не твинком назвал, а альтом уже. Ну да, да. Пойдем. Мы ничего не ждем, так, этих присамонили. Два чуда. А, у меня вылетело секунду. Как раз пока там фильма сойдет, быстренько убьем эту херню. Минус на еще один лайки чилит. Кого ты еще и что-то еще ждем? Ну, пих прогрузился, рыбу ставлю. Рыба начинаю. Вот, теперь Пашка релокнется. Тоже ждем. Инспектор. Банк, ну это надо будет на форум написать. Так я даже не знаю, что я сделал. Пытайся понять, что ты сделал. Потому что это бабки. Че, я перезайду? Лопату забанили? Ой, бабишка. Могут, Оль. Ни за что. Ну что, потом чтоб... Ну, писать в любом случае надо, допустим, как невроз, я вам написал, и все, дальше взятки гладкие. Не, может, конечно, упоролся, шипы. У меня их было больше. Может быть. Шипы сбивайте быстрее, пожалуйста.
сливаются просто. Успейте же. Шип. Попробуем его сплавить. Шпаг желательно, чтобы ханты тоже подходили. Марин, есть, нет? Тут поехали Африку, что делать? Не, нет, Маш. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Сань, скажи что-нибудь. Слышно, ну хуёво. Лёш, сейчас бой. Ну, знаешь, не стоит писать на форуме, да? А, не, всё, всё нормально, всё исправил. Пропал. Уже можно не писать. А что у тебя было? Плюс один блин появился. Нихуя ты мажор. Было больно. Кажется, повиноваться будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой. Он мне баг был, говорил, вот удаляем друли, он друли на почту приходит. А он, короче, приходит и этот вот брюль, который я в шмотке был, и брюлька, на которую я чистый. Два брюля, короче, вместо одного приходит. Там не просто, там что-то надо было сделать, чтобы вот так. Да я хотел же салок крикнуть из ПВЕ шмотов в ПВП, представлял, блин, тут бац лишний. Я такой, прикольно. Перелогнулся, попиздел, но он пропал. Так, ну все как раз вот смотри. Или у нас плюс, это нормально. Еще кого-нибудь часов отправлять. Серег, ты же полностью сидишь там все. Только можно только мотор будет пораньше отпустить. Хотя вот эти вот синие руинеры, я за них боюсь. Джейни. Да нормально, я буду до Джейни, точнее до конца. Последний,
Сколько тут танков? 3. Один на трэше остается при переводке. Это будет товарищ бас-лопата. ДК с протоваром уходит на леди. Первый на пол ДК. ДК ловит. Блять, явный перебор по вагону. Я прям чувствую. Так, ладно. Короче. Так, мне не так, давай я выйду. Еще раз. У меня плохо, да, слышно? Да. Здорово, Сач. Здорово, Локу, вот этому, если нужны запы, давай я выйду. Да я не знаю, мы вытянем, давай попробуем, ладно. Давай, Лекуй. Двигайся. Вышел. Просто каждая вот эта тушка на покупку на леди — это потенциально ёбаный взорванный дух в рейде, блять. Ну они не ваншоты, так что попробуем прохитить. Да блять, Тём, ебанёт духом. Ебанёт духом и стрелой — ваншотнет. Робочки не ваншотнет. Ну, один раз рейд просядет, так выкинем, потом заменим. Давай, да, ладно, поехали. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Я пока не могу использовать эту способность. Беги, малышка, беги! Готовимся, МК. 6 секунд. Контроль. Адам свечно, если все слили адов. Потом переключились на лед. Милишный ады остался. Один милишный отдалить. И вышли новые. Свечнулись. У нас фанатик в рейде. 6 секунд МК. Контроль. Держите... Шам в МК не прибить, пожалуйста. Держите шамана хотя бы одного в контроле, потому что сдадут оба геру, будем без геры ковырять. Хорошо, диспел. Чужакам мощь нашего господина!
Стопнули, 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 ушли. Бесиков убрали. Конечно, ушли два раза. Ой, блядь. Мурлок, бегай. На пол сдайте в танка. Алло, я бил трэш. Да, с криками лям. Духи. На Мелизону один шел вот. Мелизона дух. Танк это тоже касается. На духах отводишь. Если в Мелизону идут, то отводишь ее. Контроль. Как будто на поле, как будто мозгов не хватило скинуть агро. Мне в таком танк на трэш нужен. Чё тебе? Танк на трэш, я вылетел. Охуенно. Шаря, пробуй ловить трэш. Водите ее просто за собой с трэшем. Будем так, значит, пиздить, ловить духов. Уёбищный перевод просто, еще и вылетел там. Здорово. Бля, шаму законтрольте быстрее, блять, разъебу. Я как не на тебя. Вместе с адами заливаете, лети. Мелизон улетит. Хильтем. РДД не ловите, просто Мелизон мы прохилим там просто. Контроль. Вечную тьму. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. Есть осколок. Консервич, ты там перезаходишь или что-то у тебя? Сейчас Пашка перетащим. Чего я террора сейчас кому не нужна? А ока драконы есть у кого-нибудь?
Стоп, подожди. Опять на месте бегает. Тим, дай шкаф при самой меняешь, а мы. Лоб туповатый. Там первые 4 плюса пушку, да? Плюс. Привет, чуть-чуть опоздал. Здорово. Здорово. Ребята, мне заходить? Сейчас, подожди. Блять, один вылетает, второй прилетает, сейчас. Я там пост туда закинул. Просто если этот лог покупает весь кастеровский шмот, мне смысл тогда идти в рейде. Давай я пойду хантом. Ну не весь кастеровский шмот покупает. Покупает одно из колец, катушку. И все. Блять. А гору покупать как? И же они тормознут, это пизда просто. Нет. Консервующий. Лёва. Живой? Сейчас проверим. Короче,
Смоньте, Санька. Банка пока там перезаходит. Хорошо, давай консерву. Так, про товар на тот корабль. Так, а на этом корабле это что, дуплозаменитель? Да, знакомься, это наш новый товар. Дупло не заменит, но у нас теперь просто есть плюс про товар, которого, в принципе, не было. Дайте мне подзорную трубу. Предатель. Дупло на общак, блядь. Там так-то, Дима, куча белок новых подъехала. Они разыскивали тебя сегодня. Верни меня, Коля, в пати. Ты чё сделал, блядь? Нет. Пошли на минут 10, пока ты идешь. Хорошо. Ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Не моя битва. Что, прыгать? Уже. Сержанты, ну да. Уже прыгать. Оль, ты понимаешь, просто руины на рейле. Можно было до первого мага подождать. Почему Леха ебал, он в пол лежит? Тут танка нету так-то. Шаря, а чем ты меня слушал, блядь? Походу делал жопой. Лёш, если чё, когда, короче, тебя откидывает пушки, то у тебя, если ты падаешь вниз, без... Да, шоты. Да. Мы подняли Лёшу ещё раз. Ну, что поменялись. Резко. Ну так-то да, уже похуй, уже обосрался, блять, как мог только. Вообще как бы нет. Живее! Корабль подобрался!
обстрелом! Боевого мага сюда! Пусть заркетчики! Разрушители! Сержанты! Бой! Раскетчики! Не сдадим мы без боя, дитя Стальгорна! Разрыли топоров поживее! Разрушители! Сержанты! Кидатели топоров поживее! Да что ж такое? Не сдадим мы без боя, дитя Стальгорна! Кидатели топоров поживее! Кидатели топоров поживее! Ну не говорите теперь, что я не предупреждал! Летим дальше, братья и сестры! Осколок. Да, топорик только. А вы что собираете? Марин? Ну да, потом пищи. Пашка, понимаешь, да, я не пошел на дрейд и выпал груда. Сука. Ну, да. Что он выйдет? Так, все нормально. Так. Я не так. Паш, ну верни Коля, пожалуйста, пать. Да чё? Да там кокетничаем. По-пидорски. Лобзай иду. А я ж сам могу. Паша, сука! Не можешь. Дима, поставь стола, пожалуйста. Там банка решает свои проблемы. Ну, давай. Так, о, давай дупло присимоним. Шкаф. Быстрее идем. Каску повару и интеллект. А он поможет ему? А он поможет его. Ой, блядь, ну баф он стоит. Может отойдет, пожалуйста? Аж убери оттуда. Когда выдвигаемся? В центре или на ступеньках? На ступеньках. Ну давай консервку сложим, будешь и снова. Лапу дайте, пожалуйста. Спасибо.
против войска Альянса? В атаку! Во имя короля меча! Разбит, я это уже видел. Смотрел аурон АУЕ, универ по 380. АО. АУЕ по 380. АУЕшка или мушка? Все в порядке, блять. Бля, Паш, без рофла. 573, типа, по мобам, это что за хуйня? Типа, камон. Ну, блядь, да. Типа, ну, типа, ну, типа, раньше было больше, ну, типа, ну, так делится, блядь. Ты вообще не должен в этих мобов, блядь, ты можешь, и ты не сова, блядь. Не, это понятно. Просто посмотрел, 573, алло. Девяносто процентов вариант. Там вдалеке. Ну, нихуя, короче, интересного. Токен и воин, охотник, шаман и бесполезная спина. Бля, какой же я ошибся, это шок. Похоже, да, могло быть 35. Все еще ходить, в смысле? За нефть или Африку вообще? Паша, а если токены никому не надо, закинь лайк, как? Серега, ну вообще за нефть или в нулины? Да арканом, думаю, подкрутить что-нибудь. Нет. Да подкрутит. Он происходит. Подключка мало. Что-то шпеда может. Пошло. Криво 700 нанесенка, посал вот Пимас 3300. Сурку что ли? Да. Курс. У меня все через сурка в любом случае. Курсу 3300. Монг 3300. И у меня еще тот его уехал. Ну вот я и говорю, что вы с белкой понакрутили на ад. Ну вот у тебя не било, они так всегда уехали. Ага. Просто три, блядь, просто так. А у меня один 600 и второй 300. По ним кроме, блядь, гнева динарий по адам, больше никуда ничего не было, блядь. Не сейчас.
Олька, не спи. Андрес, то же самое. Не, она написала, что АФК 3 минуты. Стапки сники. Слушай, Паш, а ты талик будешь продавать? Хз. Типа. Типа что? Блядь, типа чисто тест. Что, рендеринг хлопнули что немножко, да? Нет, вроде. А что они немножко выдвигаются ближе ко мне? Может, кто-то, просто кто-то ниже уходит? Ну, это понятно, что ниже немножко. Но все равно, ну, так близко не были они. Кто-то вниз падает. Вот гоняет, сначала забирает 84-е тапки. Потом он хочет 77-е забрать. Не, так не работает. Я лучше их сники отдам. Чтоб в следующий раз думал, лутаться или не лутаться, блять, тапки с духом. Это кого? Это меня, что ли? Саня, ты из очка говоришь, заебал. Микрофон встань. Пушил, блять, в окно. Давай. Был фаером, стал простом, да? Давай резанем 50% ЕП за смену спека. Как тебе такое? Да. Скажите, пожалуйста, а меня слышно? Жит. Да, Сань, да. Заебись. Я вот про то же говорю Урсу, ты заебал нахуй. То ты, блядь, ролишь со спиритом, то тебе тут уже чисто кастеровские шмотки нужны. Сники нахуй заберет. А потом расслабься. Урсу сосет член. Не, ну это, короче, минус 50%. Минус 50%. Ну типа в натуре, вот они играли, блядь, лутали. Я же помню это все, лутали кастеровские. Было с криками, что мне эти тапки бис, блядь. Типа тебе. Ну я буду в этих. Типа, блядь, потом сельдерей пишет свой гайд, и все, и пиздец, начинается лутание шмота со спиритом. Теперь возвращаемся опять к лутанию шмота кастеровского, вы заебали. Да, я согласен. Жду, что я уже все строил. Для этого ЕПГП нужен, мне вопросов не было. Вот у нас есть чистый кастер, блядь, сники, который, блядь, одевает себе арканы. Все, пожалуйста, пускай лутает. То начинается тут. Бедный Снэйкч аркан одевает. Саня, обострим ПМ всем нахуй. Мы настолько сильные, что у нас даже нет 10%, да? Это не могу, сори. Ты в нас сомневался, что ли? Мне 10% нахуй не надо, блядь. Спасибо, Куки. Ты чё, не спекать, алё? Кукич, я тебя такой не ждал. Я уже сказал, тут не дело Саньковского. ЧП, ДЦ и так далее. Я конкретно говорю, что сники. Почему? Потому что забирал 84-й с криками, что, блядь. Я тебе 50% ХП сейчас резану, и ради бога сменишь спек. В чем проблема? Это... Хоть 10 месяцев. Паша. Погнали. Пойдем, блядь.
боссом, с тем больше, чем его. Айда пули. Нахуй ты тогда, блять, выбирал тапки с духом, расскажи мне. Угу. Какой-то друист, какой-то хеприст, какой-то ДЦ остался без этих тапок, потому что я их забрал, блядь. Я ему про это же и говорю. А тупо Саню жалко. Вообще жалко Саню. Блять, я бы так не смог бы никогда сделать. Ну, Саня тут не при чем. Не, мне Саня хуй хотим. Вообще Саня жалко. Саня жалко. Я стрел вокал 5 секунд, и поэтому не прожал айсбок, понимаю. Саня, ты как? У меня в порядке. Саня, все в порядке? Дисперсии 2 секунды, сука, КД. Мне что там мне Пека пишет? Паш, Москва. Паш, я на 5 сек отвечу, пожалуйста. Давай. Финмас. А? Где твой 30к? Бля, вот это, на этом будешь такое говно дамаг, он не летит нихуя. Вар новый, не приби меня, пожалуйста. Этом, на этом боссе вообще очень тяжко, блядь. Как у меня этот босс? Он не дамажит по этому боссу, блядь. Ирл решает, а дальше погибли. Я на одну минуту отойду. Короче, волк в красной шапочке, да? Да, погиб. Пухчан. Ну вот этот вот пиха. Ну в натуре посмотри, у него красная шапочка. А пих такой. Ну что, делаем смену спека? Мурин, поставь шкаф там. Сумоните этих раков. А? Урсу. Какие стоят, блин?
трупа жалко, Сань. Жалко Саня? Да вообще пипец. Кто такой Саня? Сделаем смену спека, потому что Сники раньше был тоже фаером, как и я. Саня останется с нами. Сники не лутал 84-й тапки, блядь. Включай от тебя. Мент никому не нужны были, да? Понимаю. Они по всему ЦЛК толком никому не нужны. Сане надо. Нет. Тупо Саню жалко. Кому нужны эти тапки? Саня. Я бы забрал их. Угу. Они никому не нужны. Мне нужны. Тупо Саню жалко. Я ему намекаю то, что я гер, блядь, хилю. 77-х. Паш Лутера. Из-за вот таких вот забирателей. Сейчас. Саня, расслабься. А потом оказывается, что они их забирают, и они им нахуй, видите ли, не нужны. Эх, Саню жалко. Не, сейчас тоже немножко, но немножко. Чё, вы Сане не отдали, да? Бега. Так, надо банку присамонить. На проф, раз. Мне даже сюда присамонить сначала. Подожди, сейчас посмотрим. Бега. С лопатой. Паша, дай тапки. Паша. Паша. Я говорю, я сейчас ровнусь, у меня нормально все будет. А кто опять бафли? Я понимаю, что у тебя нормально будет. Я вас пересвапываю. Мне нужно здесь консерва. Смотреть, как у него сейчас будет с нагрузкой на кровь. Раз. Так, дальше поехали. Нужно вот это вот туловище высамонить. Космо, круто они тоже туда же. Толи, я 32 приору, он 30. Почему ты ему отдаешь тапки? Мы все ролим по приору. Что ты не лутался, блядь? Хочешь поговорить? В смысле лутался? Я лутался 4 месяца назад. Что это за чушь? Он тоже был фаером, как и я. Он тоже лутал фаерские шмотки. Потом он спекнулся в аркана, ты ему отдаешь аркановские тапки. Давай тогда нам обоим приор на 50 поделим. Ну что это за бред? Я не вижу его. Это бисовые шмотки, мне на фроста. Рот закрой. В смысле, рот закроешь? Что это за бред? Что это, блин, закон сулы? Если тебе что-то не нравится, можешь идти нахуй. Все просто. У нас все по приору. Что можешь это? Как идти это понимать? Нахуй. Я тебя последний раз предупреждал. Либо ты закрываешь рот. Бежал. Слишком дохуя прощалось ГП, прочих косяков и так далее. Аркана твоего, которого я тебя просил сделать месяца полтора назад, я так и не увидел ни разу. Сделал еще в тот же день. Да. У меня этот спек висел, да. Охуенно. Только я почему-то с Ники вижу в аркане, а тебя не вижу, блядь. И с Ники пересел на аркан не потому, что хотел, потому что я ему сказал. Я успел сбегать за пивом, а вы я ждал фроста на тот момент, ты понимаешь? Ну, я рад за тебя, что ты ждал, блядь. Ну, я дождался фроста, и по приору я забираю эту шмотку. Сказал, почему я ее не забираю? Что это? Блядь. Как это понимать? А как хочешь. Это хватит пулять без этого, блядь? Без этого. Да ладно, хватит торопиться-то, блядь. Во-первых, отошли, дали диван. Снова потекла. Юшечку ждем, да? Тихо, тут полик валяется.
То он, блядь, Ольке ноет в ПМ, чтобы она ему плащ уступила. То, блядь, еще что-то. Мне твоя хуйня уже заебала просто. Отличные новости, народ. Я починил трубы. Ой. Это получается у мага 4 спека. Я правильно понимаю? А какой четвертый? Ну, Аркан, Фрост, Файер и вот это уебанство спиритов. Которое, ну, которые духовные шмотки понесают. Да? Файер, наверное, ходит. Да нет, не Файер. Ну, вот Сельдерей на кого там гайд писал? Скорч. Скорч, вот. Уебанство, говорю. И ни в одном они не дамажут, да? Простепу дамажут. Летишь. Гайдная монка. И чё тут это? Ну, плешка крутанёшь тоже ещё раз? Да, похуй, да. Чё, вот Димка, привет. Тоже. Тихо пошёл нахуй. Подожди, это не тот уловище, а вот этот уловище. Полик, что ты за мной слежишь? Два бафа было. Каски улетели, поэтому бафьте каски. Каску, М5, крик. Ну, да. Без разницы, Назар решает сам. Сочтёшь нужным, отдавай, я перекину. Назар, я тебе, помнишь, долгоного уступил, да? Ну, это так и было. Я тогда долгоного был не нужен. Дело было на голдране. И их стали по кругу. Раньше будет. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Серег, выйди из лужи. Липучка, вонючка! Я ее как-то перехиливаю, в принципе. Если бы ты ее перехиливал и слизнь, тебя не надо было бы хилить. Надо проверить. Убить ее. Thank you.
трубы для подачи ядовитой слизи. Не пейте меня сейчас. Клепочка, вонючка! РДХ стоит? Точно так. Нет. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Вообще не ощущаю лужу. Ну, пока нет слизня, да. Будет слизень, будет проблема. Будет блевать, будет проблема. Ну, это тоже. Ротация стопнется, он берег. Сэфти. Нет, Шарри? Первые метасоки ты делали за счет КБ. Все остальное ты делаешь за свой счет. Вас не смущает нихуя взрыв слизнюка, да? Нет. Вагоны, ёбан. Думаю, должно смущать. Слизня заберите, залейте, пожалуйста. Финмас побудлул Кингбэйр. Паш, попробуй встать без комбата. У нас лес вставать. Осколок. Тиринави это новенький или пук? Кто? ДК. Тиринави. Тирания. Тирания. Пух, пух, покупатель. А. Это чужая гильдия. Тайп-пух. Все, можно их отправлять в Даларан. Андрей, шок. Саню, суки, не жалко? Что, блядь? Ники. Не дай бог я сегодня увижу, блядь, ноль сбития костов. Где? На Джане? Ты чё? Да. Это... Да какое сбитие костов, Паш? Ты ему говорил это еще когда? Это камень в мой огород? Я еще не отваливался на 4 месяца. Будет по 3 сотки ловить. Если не будет бить о костов. Саню жалко. По Сане похуй, Андрес. Ну, в Сане дело. Так. Баслофата сюда. Я отойду буквально секунд на 30. Ты не око самому. Нет. Паш, скажи коротко. Я сейчас все расскажу, покажу, как мы ставим, что делаем. В кукле люблю сидеть, если что. Кукле смотри, ну давай посидишь в кукле, если хочешь. Обычно там Шарри сидит, в принципе, без разницы. Мы не в 2 танка, в 3 будем. Да, наверное, да, наверное, в 3. Окей. Так. Полик, поставь. Надо дедлифт персональным, чтобы он не скучал. Было ранее.
Мне в рейд идти или, или мне... Да, Макс, да. А, окей, еще. Легну. А ты на БГ, что ли? Стой, подожди. Да. Тогда не надо, оставайся на БГ. А, кстати, такой вопрос. Пека, а тебе что, вот этот вот вант кастеровский не нужен? Какой? Шип для пронзания трупов. 274-й? 277-й. Не нужен. А, ты надеешься на 284-й, да? Да. Хорошо. Так, теперь смотри, в кукле. Раз ты в кукле сидишь, первого слизня зеленого, не перефазового, ты не замедляешь. То есть он всегда врезается у нас сначала, потом ты в него даешь плевок. На перефазе зеленого, в принципе, можешь не замедлять, а плевки в красного. В принципе, все. Вся остальная позиционка, я думаю, ты сейчас просто увидишь, как мы бегаем. Мы стоим в центре, на перефазу разбегаемся, в центре стоят с черепом. Портал локовский уходит с зеленым дебафом, черепи стоят с красным дебафом. Супер. Сейчас метки поставлю. Сказать, когда он метки не поставил. Отлетать мы будем спиной к столу. То есть ты все-таки не отбыл, да? Ладно, сейчас назад. Леша, ставь на каст, я поставлю резист. Вообще на пул. По паладинам. Кулак. И лапу обновить. Дергаем, правильно? М? Ну, дергаем. Ну да. 5, 4, 3, 2, 1. Густим сразу. Ушли в луну от луны. Не дожмёт ни хуя? Дожмёт. Разошлись. Нет. Зелёным в трусы. Я почему-то не перекидывал в шуман. Дайте ему лапку, я не смогу. Блять, охуенно посмотрел. Ты же в кемпе стоял. Правильно? Правильно. Я стоял со всеми. Вот я об этом говорю, я же начал развертывать, посмотреть, сам наебнулся. Ладно, потом гляну. Скорее всего, буганулось просто. Горесить? Да, понимаю. А у меня КД. Встаю. Банка не успел? Я рассел рогу. А, ну все, отлично. Выноси. Пельмень. Ребаф дайте. А кто на кулаках стоит? На лонге. Сложный вопрос. Здесь стоим пока. Отошли. По ком нет кулака? Отошли. В луну устали. Быстрее. Луна быстрее. Еще быстрее.
назад, назад, два шага. Мурлок, ты там в ебенях стоял, блядь? Нет. Хорош, молодцы. Какого-то хуёвого, я понимаю, не явно. Что-то... херовенько. Ну, зато не зря три танка делаем. Перефаз. Это там сейчас поход дел на зеленом будет мало народу. Каст красный. Бежать, удалить. Все. За лужей станьте. Там, где колодец стоит, уходите, станьте. По колбам только не бегайте, осторожно. Бери шерсть. Это ему. Да никого бей, блядь. Ром, дернешь один стак на себя? Назад рейд отходите. Дайте пространство танку. Сдвинулись. Пельмень. Банка, я крылья отдал. Тут все с рейда крылья нужно будет отдавать. Может, диван потан? Вар, забери. Не сработает, он отхилится. Пельмени. Уже отхиливается после дивана. Хуйня отдай, короче. Ну, естественно. Нехуя убегать как бы за месяц, за километр, блядь. Нет, там половину сдохло, потому что они побежали на зеленого. Нет. Отбежали дальше метки. Банк оставит всегда так, что у нас пельмени учетка откидывал. Сейчас он поставил ровно так же. Удалось в человека, который за нами. Пока отбегали, Слизень дошел позже. Дошел позже, откинул позже. Понимаешь? Ну все же, люди сдохли еще, когда подбежали к зеленому. Ну, Кокич забагался. Я, мудак, начал смотреть не вовремя. Из-за чего он забагался, блять. Может, на хэнда зайти? Давай, заходи. Да, нормально все будет сейчас. Паш. Mm. Похилить? Нет, это не надо. Хотя, подожди, особо. Зайти на хули пауэр. Да не, не надо. Лучше сделай так, чтобы ты не багался. Я сбыл, если что, вышел.